случай с тем, кто бескорыстно приходил на субботники, менял на крыше балки, варил и заваривал баран. Тем, кто, когда были проблемы с аппаратом, писал письма наверх с просьбой, чтобы не закрывали этот райский кусочек мира и любви в этом злом мире. Тем, кто радовал наши глаза тем, что просто пришел к нам на мероприятие, почтил нужным услышать наших доблестных музыкантов, которые красят наш злой мир кусочком света и добра. Художников и актеров, которые своими творческими своим творением пробуждают люди с надеждой на то, что искусство света будет вечно. Фотографам и операторам, которые запечатлели это для нас, звукорежиссерам и световикам, а также всем работникам ЦДЛИ, которые все это понимают, принимают в жизни отеля активное участие. Особенная благодарность Нине Кибрид за все то, что здесь происходит. На самом деле, у меня для нее подготовлен некоторый подарок. Сейчас. Хороший текст. Надо музыку написать. Сюрпризом на клинику. Эта спот-выставка посвящена тому, что вы не видели во время субботника, не все ведь могли прийти. Поэтому, на самом деле, можете посмотреть, даже там есть вид с крыши артерии. То есть фотографии представлены, на самом деле, мои фотографии, фотографии Димы Полетаема, Лёши Рижского и еще одного фотографа, который неизвестен. Вот так. Там тоже есть. В общем, всем спасибо за внимание. Кажется, важно сказать тех, кого здесь нет сейчас, но те, ради из-за кого все то, что здесь происходит, было возможно. Мне хочется сказать большое спасибо Сержу, который сегодня, осветитель, который сегодня не пришел. Возможно, он даже подойдет. И мне хочется сказать еще спасибо тем людям, которые сейчас уже не работают в ЦДРИ, но которые поддерживали и ЦДРИ, поддерживали то, что происходит в артерии. Я не буду называть их фамилии, потому что называть сложно, обстановка международная и так далее. Но просто из-за того, что они здесь работали, артерия была возможна. Но, к сожалению, сейчас они здесь не работают, но кто знает, что будет в следующем году. Времена возвращаются. Времена бывают одни, бывают другие, это нормально, потому что перемен нельзя бояться, они все равно будут. И вот Нина тоже это знает, хотя очень переживает иногда. И вот мне хочется сказать заочно им всем спасибо, потому что их работа, она не видна была здесь. Но вот конкретно так, как работа, допустим, Марка, или там Сержа, и другого Сержа, и там вот всех, кто здесь приходит. Но вот все, что здесь происходило, было возможно, потому что они работали. И вот я хочу сказать им заочное спасибо и такой низкий поклон им дать. Потому что вот это, мне кажется, очень важно сейчас сказать. Ну, спасибо. Я надеюсь, мы дождемся, он должен, он сейчас очень при исполнении важных обязанностей. Я надеюсь, что он к нам доберется. Вот. Спасибо огромнейшее. Я думаю, что самое время начать концерт. И начнет его, можно сказать, уже. Даже традиционно, это